Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Дмитрий, мы с вами вновь на канале «Народные традиции». И сегодня я хочу вам рассказать о новинке в нашем ассортименте. Это ВАКС, вакуумная система, вакуумные крышки. Появились они у нас по вашим многочисленным просьбам. Очень удобная штука для настаивания. Мы попробуем сегодня с вами вместе сделать настойку. Это пьяная смородина. Пойдем мы четко по рецепту. Так. Ингредиенты из упаковки залить 1 литром водки, спирта или самогона двойной перегонки крепостью 40-45%. У нас с вами здесь литр 340-процентной сортировки. Почему литр 300? Потому что на самом деле для меня, вот на мой лично субъективный вкус, слишком яркий получается вкус у настоек, если делать на 1 литр. Итак, отрезаем. Это, я так понимаю, декстроза. Высыпаем. Аналогично поступаем с умягчителем потихонечку. Немножко просыпем, как же без этого. И теперь вступают сами крышки в игру. Самое важное, мы должны проверить горлышко у банки. Здесь не должно быть ни сколов, ни выступов. И это горлышко мы все равно чем? В данном случае спиртиком. Немножечко нужно смочить. Кладем сверху крышку. Здесь у нас клапан. На насосе вот такая резинка. Тихонечко вставляем одно в другое. И начинаем, делаем несколько качков. Много не надо. Мы видим, что происходит в банке. Движение. Вакуум появился. Мы это можем проверить очень просто. Вынимаем насос. Все у нас работает. Для чего вообще эти крышки нужны? Кроме того, что они сами по себе очень удобные, вакуум, настаивание в вакууме позволяет сократить срок самого настаивания в 2 раза. То есть, если обычно мы настаиваем примерно 2 недели, то под вакуумной крышкой настойка легко соберется за 7 дней. Друзья, в нашем ассортименте присутствует как набор с насосом, так можно купить и отдельно крышки, если насос у вас уже есть. Ну и самое важное, остерегаемся подделок. Очень много на рынке контрафакта, который не держит вакуум. Ну и неизвестно из чего, из какого пластика сделаны сами крышки. В нашем ассортименте крышки от производителя «Самарский исток». Надеюсь, наша новинка, друзья, вам понравится. Вы с ее помощью сделаете много вкусных настоек. Ну и будете ее использовать для домашнего консервирования. А я на этом, с вашего позволения, откланиваюсь. До новых встреч и только добрых традиций.